Здравствуйте, гости, друзья и коллеги. Вы на канале Автоайболит. Меня зовут Николай. И сегодня мы с вами посмотрим на ту машину, которую я уже представлял в одном из роликов. Вы ее сразу узнаете. Это Renault Fluence. Вот хозяин присутствует. И я хотел посмотреть по прошествии 10 дней. 10 дней после того, как началась жара. Я хотел сказать именно о том, что ну, вы забрали ее раньше, да, больше, чем 10 дней уже. Да, были дожди еще. Посмотреть сегодня человек подъехал для того, чтобы убрать вот эти вот царапинки, которые в прошлый раз из-за дождей мы не убрали. Но здесь мы, наверное, вряд ли сможем тыкнуть. Хотя попробуем вот здесь замазать, нет? Попробуем, да. Хотя цвет нет. Попробовать можно и все получится. Просто цвет не будет совпадать, а так ничего страшного. Ничего страшного. Но самое главное, я хотел посмотреть, как-то либо провалилась ли, напитала край или еще что-либо вот эта прошка. Я уже о ней много раз говорил и показывал. И вот сейчас хочу пройтись по детально. Напомню, это крыло у нас было в сильном ударе. И оно уже крашеное было. И здесь мог бы проявиться край. Вряд ли клиент понимает, о чем я говорю, но ему это не интересно. Я просто хочу вам сказать, друзья мои, нету никакого напитывания, ни края. Вот помните, здесь были протиры? Протиров нет, не проявились они никаким образом. Шпаклевка здесь разнообразная, и карбон, и универсалка, и так далее. Точно так же и на этой двери. Если грунтовалась она вот по этому краю, мы видим, да, то провала нигде нет. Лак не сел вообще ни капельки. Как он блестел, так и блестит. Вот что у нас со следующей дверью, с третьей. Но мы еще попробуем выйти на солнышко, еще на солнышке посмотрим. Но я смею вас уверить, что нигде, я уже смотрел под разными углами, специально вот сейчас загнал ее в тень, чтобы посмотреть на тени, где-то, возможно, может быть, на край, на угол, где-то провал или напитывание. Ну, скажу вам, друзья мои, я этого не вижу. Если бы я видел, я бы вам сказал четко, что возможно что-то где-то и было. Может, вы подумаете, что клиент рядом, поэтому я не говорю. Но я бы сказал. Я бы сказал. И то, что бы я хотел увидеть, или так, могло бы быть, здесь этого нет. А так делайте выводы. Ну, мы еще включимся, когда машина будет отъезжать на солнышко. Может быть, вы скажете, надо на солнышке было посмотреть. Ну вот, посмотрим еще на солнышке. В обратную сторону. Да, давайте вот сюда сначала. Чуть-чуть сюда. Ага. Да. Вот смотрите на солнце. На солнце. Думаю, покажу вам на солнце, чтобы, может быть, кто-то скажет, на солнце было бы виднее. Хотя, я думаю, на солнце виднее не будет. Но для тех, кому будет интересно посмотреть так.